Утро начинается, начинается. Начинается. Ребятки, всем доброе утро. Вы на канале Пиратская жизнь. Ой, первое утро в Турции. Вчера у нас был вечер. Буду вам показывать красивый вид, вы меня еще насмотритесь. В общем, у нас сегодня 7 утра. Вот я, как всегда, рано вскочила, не могу спать долго. Пока еще не обжилась. Вот. Плюс вчера еще дали-дали. И что-то мне было ночью не очень хорошо. Что-то организм уже отвык. Вот, понимаешь ли, вкусной многочисленной пищи плюс алкоголя. И прям мне было плохо, девочки. Да. Вот. У меня сегодня день рождения. Так что нужно быть красивой, довольной, счастливой. В общем, сейчас идем кушать. Потому что уже поправлять здоровье. Да. Знаю, что не очень хорошо выгляжу. Сегодня надо помыться, намыться. Вот, вечером будем, надеюсь, отмечать в ресторане. Вот, если не получится, то в основном корпусе. А если получится, то будем в итальянском. Хочу в итальянский сегодня записаться. Но вид, конечно, девочки, ну просто, блин, охрененный. Согласны? Это просто охрененно. Вот так вот просыпаешься. Вот так вот, девочки, видите? Вот так, проснулся вот здесь, да, вон Вованчик одевается. Вот так вот. Занавесочку вот так вот сделал, вот так тудыщ, и пошел, пошел, пошел. И смотрите, какой вид. Вот честно, я вообще не пожалела денег, которые потратила на этот вид. Даже если я буду видеть его 10 секунд в день, мне уже прям достаточно. Ну просто это прям балдеж. Мы вчера еще, знаете, вечером, здесь у нас вчера было представление. Ну там, кстати, анимация есть в отеле, оказывается. Вот, ну и там парни развлекали, там туристов туда-сюда. Вот, и мы что-то посидели, погуляли, сходили, кстати говоря, вот на этот вот пирс. Вот там, видите, машинки стоят. В этих машинках делают коктейли. Вот, что-то мы этими коктейлями дали-дали. Вот, потом прошли, короче, вот сюда. Здесь посидели, здесь представление, еще дали коктейльчику. Ну и потом уже вернулись в номер и уже с балкона смотрели за представлением остатками. Потому что я замерзла, кстати, вечером здесь уже прохладненько так. Так что вот такие дела. Народ тоже, кстати, смотрю, уже на пирсе, уже кто-то купается. Вот, так что пойдемте мы завтракать. А то, понимаешь, что все вкусное я пропущу. Пойдемте кушать. Какая красота! Вон, видите, даже кто-то за лбом тут прислонился. Какая красота! От красоты умер. А еще так бум! Лбом еще. Блин, отель, конечно, вообще. Мы, кстати, первый раз в таком отеле, чтобы внутри было вот такой, как ты говорил, колодец, да? А что это такое? Пойдемте посмотрим, чем кормят православных на завтрак. Ну что, давай тогда занимай там, если что. Я тогда поснимаю и это. Ну, в общем, в тех краях. Мы будем там базироваться, там будет наша база. Так, ну что у нас на завтрак? Стандартно у нас. Да, вот такие вот овощи. Вот это, кстати, травку я хочу попробовать обязательно. Она мне очень нравится. Я еще первый раз, когда в Турцию ездила, мне очень понравилось. Так, у нас, смотрите, бананы. Это зелененькие. Кстати, когда приезжали, очень много было плантаций бананов. Мандарины, виноград, смотрите. Черный, белый. Кишмиш, надеюсь. Хотя, походу, с косточками. О, здесь какой здоровый. Попробую одну штучку. Так. Косточками. Да, прикольный. Яблоки. Тоже мандарины. Слива. У него вчера говорит. Вон твоя слива. Кстати, очень крупные. Груши есть, яблоки. Так, здесь у нас, смотрите, всякие, получается, маслинки. Маслиночки такие, маслиночки сякие. Есть нарезанные. Есть обычные. А мне нравятся вот эти вот с перчиком. Очень вкусные. А нет, это, походу, с каким-то другим перчиком. Ой, отсюда, кстати, это тепленько так идет. Я подмерзла маленько. Так, здесь у нас что? Здесь у нас фрукты. Я так понимаю, персики, ананасы, вишня. Это надо на кашу. Есть даже, смотрите, консервированная курага. То есть вообще йогурт он есть с добавками. Обалдеть. Знаете, здесь тоже йогурты всякие. Я даже не знаю, что это такое. Сметана, наверное, какая-нибудь, творог. Это вот вообще непонятно, что такое. Что-то типа сметана, наверное. А, кстати, айран. Я хочу айран. Если здесь будет айран, я хочу айран. Так, дальше что у нас? Смотрите.
у нас здесь, соответственно, это апельсины в собственном соку, типа мед. Ну, это как его, ну, джем, варенье, мед. Смотрите, здесь тоже еще мед. Вот такая вот штучка, сюда можно прям вот класть и все, да? Блин, смотрите, какой выбор, обалдеть просто. Джемы, всякие варенья, малиновое даже есть варенье. Это, наверное, арахисовая паста. Я даже не знаю, что это такое. Еще что-то. Это вот тоже непонятно. Кстати, получается, на завтраках нету ограничений. А вот на ужинах есть. А это, походу, сливовое варенье, да? Вообще, супер-супер. Ну, это, получается, двойные стандарты. Сыры, сыры. Ты посмотри, сыры вообще изобилие. Пока есть, да. Пока есть, так говоришь. Давайте. Смотри, какой выбор вообще. Просто, блин, варенье одного штук 10 видов, блин. С ума сойти. Кстати, посчитайте, сколько варенья. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Правильный ответ напишите в комментариях. Так, здесь у нас тоже какие-то рахат лукумы, сухофрукты, изюм, чернослив. Ну, прям вообще жуть. Да? Ну, сыры – это прям вообще нечто, девочки. Это вот для любителей сыров, это прям вот супер. Смотрите, ну, это прям жуть. Моцареллы там и прочее. Вот, блин, вкусный сыр вчера брала, такой специй, инжир даже, видите, лежит, как красиво. Ой, вот это копченики там сейчас взять. Смотрите, инжир, видите, нарезанный, супер. Как все украшено, смотрите, с перчиком все идеально. То есть вот столько-столько разных всяких сыров. Такие сиди. А, вот это вот, кстати, очень вкусно с травками. Я знаю, что там за травками очень вкусно. Не надо никуда ездить. Все можно здесь попробовать. Девочки, ну. Для. О, вот это очень вкусно, да. Для любителей сыра это прям сказка. Так, а что у нас здесь? Давайте посмотрим. Ну, мне кажется, завтраки на самом деле стандартные. А, здесь у нас хлеб гренки с яйцом. Здесь у нас что-то. Сырное тесто, лепешка с сыром. Так, томаты прованские. В общем, томаты с сыром запеченные, знаю. Есть такие блинчики. Смотрите, о, блинчики, панкейки, это здорово. Вот сейчас будет взять. Так, здесь у нас омлет на молоке. О, омлетик я люблю. Омлет с овощами. Ну, кстати, я такой постоянно дома делаю. Овсяная каша, ну, по омлетам нормально. Ну, для детей есть картошка фри. Ну, если они у вас едят. Мне, конечно, на завтрак нельзя. Вот, сосиски. С томатами. Такие тушеные. Это любят они делать такое. Чуть такое. У нас что-то типа перца. Жареный перец. Так, ну, разумеется, яйца вареные. Что, у них, видите, яйца 3-минутные и 5-минутные. Так, дальше что смотрим? О, вот, я вчера говорила, рогалики. Можно на завтрак взять вот такие рогалики. Вообще обалдеть, да? То есть, кстати, в городе продаете вот такие вот рогалики, а здесь вот есть тоже. Вообще, ну, здесь, разумеется, булочки. Вам, кстати, вчера попробовала такие пирожки, ему очень понравились. Они там, знаете, как с курагой, что ли, что такое. Круассаны. Круассаны такие. Еще одни булочки. Еще одни булочки. В общем, дофига. Пойдемте на тот край. Ну, то есть, видите, много всего. Но я думаю, завтраки, конечно, не меняются. В том плане, что, в принципе, стандарт, наверное. Ну, хотя такой выбор, знаете, а что тут менять-то? По 10 раз. Тоже булочки какие-то. Только жалко, не подписаны. В общем, вот такие. Пирожки. Хлеб, кому надо, кто любит. Так, здесь у нас масло. Ну, масло что-то странно. А, здесь можно сделать себе тост. Смотрите, тостовый хлеб. Соответственно, намазываешь маслом, кладешь сыр и прижариваешь. О, я, наверное, сейчас и сделаю такое. Прикольно. А давайте сразу сделаем. Так. А, хотя нет, не хочу. Что-то я как-то это... Ладно, потом. Мы с вами еще 10 дней, так что еще успеем. Так, вот нам хлеб тут нарезал. Так, здесь у нас чего? Суп из чечевицы. Ну, наверное, этого сейчас нету, потому что сейчас завтрак. Так, здесь у нас колбаски, сыры. Такая штучки. Колбаса с оливками. Вот такая вот ветчина, наверное, как куриная. Что-то такое тоже, видите, оливки. И с овощами тоже. И это, то... Вот. Здесь у нас, соответственно, колбаса нескольких видов. Вован. Один. Будешь есть? Да, буду. Сейчас. Сейчас. Маслины, оливки. Ну, все то же самое, что и там. Так. Здесь сыры.
все тоже. Часть повторяется. Сухие завтраки. Яйца. И что такое? Что такое сушеное, да? В общем, вот здесь, соответственно, чай. Hello. Чай, соки, воды. То есть можно все взять, что хотите. Ну, и здесь тоже все повторяется. То есть фактически вот это вот и вот это вот на той стороне тоже есть. А то что-то делают салатик, что ли, режет какой-то, что-то такое. Подготавливают. А, ну здесь сыры, соответственно, хальва и прочее. То есть раз. Все, свежие огурчики, помидорчики. Hello. Так, и сыр, масло, сыр. В общем, пошла я тоже набирать себе еды. Сейчас что-нибудь вкусненькое наберу. Вот, ну и с вами, соответственно, покушаем. Смотрите, какой выбор фруктов вообще и овощей. Шикарно. Сейчас пожрём. Смотрите, здесь делают вот такой вот омлетики, походу, да? Алло. Такая красота гоняя. Вау. Раз. Записываем рецепт. Супер. А видите, с добавками сыра, там, туда-сюда, колбаски. Если хотите. То есть для вас, вау. Сейчас прикину. Так, ну это я потом возьму. Я уже тут набрала себе, мне пока хватит. Все, мои хорошие, я себе тоже тут набрала. Вон тут тоже микс красивый. Скромненько, да. У меня тут бананчик. Кофочка у нас с собой. Тоже взяла кофе. Нужно это, банан взяла. Один. Говорит, о, яичница где-то на все. А там еще, кстати, делают же яичницу вообще отдельно. Там, правда, очень большая. Вот эта яичница. Вот. Вот, все, лук взяла. Хочу лука. Лучок. Лука хочу. Соль добавляешь. Соль? Соль вон. А вон, да, соль. Всем приятного аппетита. Как это, чем Бог послал. А Бог послал, Валан тут уже поролся. Не может дождаться. Хорошо. У меня только оливье. Это мое. Резные причем. Я что-то все в одну кучку скину. Ты давай как-нибудь это, на следующий раз. А если, кстати, микс с розовым? Ну, видишь, у меня это всякий раз. Я вижу. И жир взяла попробовать. А что не все взяла? А все шла попробовать. Ну, что, я все равно что-то съем. В общем, классный. А вот ты видел, какой вы разобрали вообще? Это фига всего. В общем, для тех, кто любит пожрать, не жить. Лук хочешь? А что ты не взял-то? Что? Видишь как? Так есть не буду, а когда жена дает, конечно. Я позже спустите взять только этих овощей. Так иди. Давай договоримся так, чтобы нам 10 раз не бегать, все равно хожу, снимаю. Там утро, то есть, ну. Прикольно. Маслины с лимончиком. Вот эти. Ты набирай сразу овощей на нас двоих. Огурцы, помидор, салатик. Будешь, так сказать, нашим поставщиком овощей. Зелень, да? Угу. Омлет там есть, кстати. Есть омлет, есть яичница, есть он там делают с овощами, уже готовое есть. Яичница, я так понял, там очередь, реально. Угу. Это омлет вкусный. Я больше не ставил. Вкуснота. Аккуратненько. А я себе взяла эти два панкейка. Только я их завела, одна, наверное, отдельно была взять. А то у меня сейчас это арахисовая паста, которую я полила, залила у меня все вообще. Да, и чуть-чуть вон залила. А ты какой сыр хочу? Помидорку. Угу. Вкусненький, копчененький. Он прикопченый. Типа, знаешь, наш сыр, который мы в этом, в Сочи брали. Абхазский. Классичка. Послушайте. У них там, знаете, очень много вот таких сыров, которые... Как раз. Ну, типа, как наша а-ля косичка. Я не знаю. Иди возьми себе еще что-нибудь. Ну, кто этот чай? Иди возьми чай. Откуда? Не стесняйся, все. Видишь, я себе набрала, я это вот не съем. Я уверен.
Я просто все набрала в одну тарелку. И тарелки у них тяжелые такие. Взяла себе тут гренку попробовать. Я видел греночку. В общем, все вкусно. Ну, знаете, кто скажет? Ой, фу, завтраки там мало. Завтра, кстати, можно там возле батика покушать. Смотрите, какой вид красивый. Чем мало? А, кстати, на завтрак вообще людей не будет. Большая часть это позже будет. Наверное. Поздний завтрак. А мы рано встали. Ну, я вообще проснулась бы, сколько, 54. Ну, потому что я легла рано. Я в 11 легла. Я вчера купилась. Быстро. Легла в 11. Скочила, мне было плохо. Вот. Не поняла, что я хочу. В итоге посидела за компом, что-то там это. Опять у нас проблемы, блин, с этой авторизацией у нас. Уже задолбалась, блин. Нашла я, кстати говоря, эти коды. Чего, где? Из того, что мы в Турции, у меня YouTube постоянно ругается. Это точно вы? Это точно? Подтвердите. И вот только обновляешь страницу, он мне так, секундочку. 5 минут назад были вы, а сейчас точно вы? А сейчас не вы. Я уже задолбалась, блин, подтверждать. А тут то срабатывает, то не срабатывает. Короче, дурдом. Я себя пока ролики загрузил. Нет, кстати, все 5 роликов загрузили, все хорошо. У меня сегодня день рождения, а он... Я в курсе. Мам писал. Мам, привет. Мои дорогие, уже с самого раннего утра мне стали поступать поздравления. Огромное спасибо. Просто от души, душевную душу. Блин, вообще так приятно. Спасибо. Огромнейшее. Что взяла? Черки? Да, прикинь, тут даже помидоры черри. Кстати, там один мужик ходит, который резал овощи. Мне кажется, это шоколад. Ты так похож? Моцарелла. Он вчера тоже ходил с таким, знаешь, важным видом. Что-то там делал. Моцарелла, кстати, солененькая. Можно самим сделать это греческий. Реально можно греческий. То есть, знаешь, сколько там в Москве. Хочешь резаный, хочешь не резаный. Моцарелла есть. Овощи есть. Нет, там нужны целые. Чего? Маслинки. А там есть и целые, есть и резанные. Говорю, хочешь там с этими, хочешь такие, вот тебе целые. Я просто говорю, что можно спокойно самому это, сделать греческий салат. Там масло есть. Да. Я тебе говорю. В общем, мне сегодня исполнилось 36 лет. И честно, после того, вот как вчера мне было 35, еще, была дурная. Ну, с девочки, я приняла решение, я сегодня, наверное, последний день пить. А больше я не хочу пить вообще. Честно, у меня такое было неприятное состояние. Я, конечно, не буду зарекаться, что прям вот клянусь какое-то. Я постараюсь себя ограничить. Потому что вот то состояние, которое у меня было вчера, после 2 месяцев... Воздержания. И мне было очень неприятно. Ну, просто. Тебе, наверное, самому было не так себя. Нет. Ты пил, ты вчера выпил, ладно. То что ты. Я был трезвый, точно. Да понятно. Нет, ну просто сам факт. После 2 месяцев, то, что я вчера выпил, вообще не пил. В общем, вот у меня такие итоги жизни. 35 лет. Тут себя просто, наверное, замешало. Ну да. Болею, блин. Так ты мне сам говоришь, попробуй. Еще он какой-то, он мне еще какой-то коктейль сказал, как там, Том и Джерри, что ли? Да, это я брал. Мы же Тайра пили, все, брали. Ой. Мы же убрали. Я тебе сказал, Том Коллинз. Ой, сыр какой-то странный. Он похож чем-то, знаешь, такой соленый, что-то типа, знаете, странный. Обычно козий так крошится. Кстати, да, наверное, может быть он. Иди себе возьми. В общем, говорю, 35 лет, я решила, что алкоголь – это зло. Честно, вот вчера мешали всяких этим. Сначала с пива началось, а нет, все началось с мохито. Типа, чуть-чуть алкогольно. Выпила одна мохито. Mm-hmm. Кстати, смысл это… Дальше больше. Да. Дорвалась. Мохито здесь есть безалкогольное. Это уже плюс. Вот, и что, в итоге вечером пиво, потом какой-то Том Коллинз я взяла, а нет. Том Джерри.
Потом Эджира. Куба Либра. Потом Куба Либра. Потом я себе еще голубую лагуну. Голубую лагуну какую-то взяла. Да. Нифига. Голубую лагуну. За ужин тут взяла. Джин-тоник. А, ну да, блин, в общем, короче, это. Может, из-за этого мне уже хрен. На джин-тоник-то не выпила вообще. Оставила его. Что, короче, набухалась вчера. Причем, знаете, состояния алкоголя не было. То есть, ну, состояние, так сказать, эйфории, кайфа какого-то не было. Так вот, было вот такое состояние, блин, хотелось пить. Плохо спала. И веселиться, да? А, нет. Веселиться не хотелось. Короче, на меня алкоголь, как раньше, не действует уже. Что? Что? Надо с ним покончить. Нету в нем кайфа. Даже приезжаю в эти вот отели. Не знаю. Я не хочу больше. Вот такая вот выгода. Просто надо мешать. Угу. Поверьте. О, какой вот этот. Спичка. Просто если просто делать, ну, сам факт. Распитие. Мне кажется, это кокосовое молоко. Ой, конечно. Выпила это и это, а ты кокосовым молоком отравилась, да? Нет. Ты же вот пила. Ну что брать-то? Иди давай. Или ты все? Кстати, выпил со своим? Булочки. Молодец. Даже булочку как-то. Надо булочку. Чашня. А я не пила, у них там какие-то лежат все булочки, они все такие одинаковые. А что такое ощущение, это? Что они все одинаковые. Рогалик, не пила. Какой? Как какой? Кто-то в трассе, там стоит сверка, там прям свежие рогалики. Я без знаю. Какие-то горячие. Не хочу. Кстати, я там искала айран. Айран не было. Айран? Ты бы спросила. Не жир. В общем, такой вот. Ну, кстати, алкоголь, ну, честно сказать, здесь, наверное, хороший. Там, да, хороший. Здесь не только не местный, но и... Пиво вот вчера пили. Кстати, оно такое плотненькое. Оно такое, знаете, не как вода. Вот мы были в Кандилоре. Офес. В Кандилоре оно только более водянистое было. Я помню, да. Ну, так вот. Ну, как вы считаете, правильно я сделал? Точнее, собираюсь сделать. Решила бросить. Ну просто, ну, нет того кайфа, нет того вот, то, что хотелось. Я реально вчера Чинку думала. Взял. Что взял? Чинку. Что? Да. Какой смак, а? Да. А что? Не, у меня капучинку я брал. Без сахара? А ты где брала? Здесь на выходе. Чего? Кофе. Нет, там где парень стоит с соками. А, ясно. А я здесь брал сам. Здесь как вы ходишь в бассейн, там стоит аппарат. Солнце. Это значит, что это видите, круто. Я решила бросить пить, и у меня солнце осветило. Вот. Правильное решение. Это выводы, которые я сделала 35 лет. Слушай, ну здесь, конечно, разнообразие вообще. Здесь одних только джемов всяких, штук 15. А что там такое было белое? Да. Там стоял сбоку. Я не знаю, что айран. Может быть, это айран, кстати говоря. 15% айран. Потому что мужик накладывает прям так много. Раз кто-то что-то много накладывает, значит, это, скорее всего, вкус. Ну, попробуй, да? Нет, там 4 вида их. А как всегда, вам доверяют больше мужикам каким-то лет, чем жене? Не, я просто видел, что он... Так, блин, это все смачно ест. Сейчас, короче, хочу это, знаете, что? Ну, на сметану было не похоже. Сейчас, наверное, немножечко посплю. Вот. И хочу потом это, искупнуться. У нас сейчас сегодня встреча. Это, ну, впарить эту бумажку надо. Бумажку надо ему впарить. Что там она это сначала может нам сказать? О, смотри как. Помидора запеченная ничего. Сыр. Называется помидор по-провански. Давай. Ага. Чем она отличается? От первого, да. То, что сыр сверху. Ага.
Она даже не запеченная, так подогретая маленько. Она сверху подогретая, чтобы сыр подтаял. Не, лучше, когда она, знаешь, такая, более такая горячая. Тост есть, и там прям лежит огромный кусок такого. А мне там, знаешь, что понравилось? Ты видел? Там лежит тостница, и там лежат это, хлеб, масло, колбаса и сыр. Какой кусок масла? Да. Сливочное. А такой вопрос, брикет. Почему он нахрен не тает? И лежит он возле прям горячей вот этой тостницы. Вот и интересно, да. Ответ прошу написать в комментариях. Я это так могу сказать. Это не сливочное масло. Зачем ты мне говоришь? Эти люди это скажут. Понятно, что это не сливочное. Я просто подумаю, что это такое? А ты сама не знаешь, да? Ответ на букву «С». Спрос. Да. Он не тает. То есть смесь сливочного и маргарина. Короче, больше вот такую помидору я есть не буду. Она плохо запеченная. Если бы она была больше спеченная. Дело в том, что она не запеченная вообще, она свежая. Она только сверху ее грели под этой. Вообще специальной. Все, чтобы подтаял сверху все. И все. Растекся. Сыр, я обалдею. Самый главный человек я. Да. Он бедный, маленький. Это самый главный вещь. А? Значит, если он не будет работать, здесь все будет верно. Он по официантам или что? Нет. Но он больше. Мы его видели. Когда обедали, он тоже делает и убирался здесь. А видел фруктов сколько? Да. Ты видел, сколько там всяких этих мицелинок? Это я тебе говорю, их там штук 10 точно. А, ребята, я же вам все показываю. Маленькие, давайте, большие, очень большие. Резанные, а не резанные. Там даже... Нет, я и видел целые. Там есть маленькие, большие. С зернышками, без зернышек. Это, знаешь, очень большие такие вот. Они такие, знаешь, темно-темно-синие такие. А ты знаешь, здесь можно выносить из ресторана. Есть такие отели, где нельзя выносить. Вот. А здесь можно. По крайней мере, тебе ничего не скажут. То есть, если вы возьмете банан. Зачем тебе это брать, если ты можешь в любое время. Здесь подойти и взять все, что тебе надо. А мне, может, кайф вот именно в номере схомячить. Да. У меня болезнь. Вон, сливы наберу на ужин. И устрою себе день рождения. Скачаю сериал и буду смотреть сериал. Блин, у меня болезнь, да? Да. Клептомания. Нет, не клептомания, когда человек не может есть. Это в присутствии там какого-то количества людей. Он это ест только когда один. А у некоторых есть наоборот. Ему нужно съесть, когда все видят. У меня вот, слушайте, вот это, реально у меня уже такая болезнь сразу. Потому что я уже не могу, чтобы меня кто-то не видел. Потому что я знаю, что у меня снимает камера, меня увидит как минимум там 10-15 тысяч человек. Представляете? Он же больной человек. У нас такой в спальне был. Довенько. Так, хочу попробовать очень вкусные панкейки. Хоть, кстати, не сладкие, но хорошие. Мрамор. Но скользкий. Если его мыть, он будет скользкий. Кстати, мы же морали, знаете, в номере пол. Он ламинат. И получается мрамор. Так... Не-не. Да, ну мрамор в туалете. Нет. В прихожей. Ну, в прихожей. Но смысл в том, что в комнате ламинат. И не холодно поэтому, понимаете? Потому что очень часто любят отели делать везде мрамор. Да. Везде. Ну, чтобы легче убираться. Кстати, об этом там везде сказано. Вот. А это холодно. То есть даже если у вас жарко, то есть, ну, или там еще что-то. Кстати, спали сегодня без кондиционера, да? Да. Было лучше. И было вообще не жарко. Я бы сказала, даже прохладненько в некоторых моментах.
нужно было еще балкончик открыть, еще бы свежий воздух. О, кстати, надо, да. Ну там что-то долго вчера эти орали там. У нас же прям мокренько выходит. Я же говорю, очень вчера с утреца с вечера ходил, смотрю. На море. Что-то не вижу. Что? Кто расстоите сейчас? А, вам тут все это. Подписчик нас встретил. Они тоже вчера приехали. Да, тоже. Вот так вот. Удивительно. А меня не было в это время. Я там ролик монтирую. Долго-долго. Уж извините. Работа она такая. Вот даже ночью встаю. Сегодня собака день рождения. Я работаю. А типа сегодня тебя нет. Ну реально хоть смотри, все поправляет, поправляет ночью. Поправим все, да. Вообще молодец. Он не человек, я тебе говорю. Как говорил у нас командир. Самый главный человек на корабле кто? Командир. Нет, неправильно. Самый главный человек это кок. А после него кто? Командир. Нет, неправильно. После него уборщик. А потом уже все остальные. Что, ты еще будешь что-то брать? Иди игрушку себе возьми. Там груша, кстати, желтая есть какая-то. Не стоит переедать. Иначе будет плохо заниматься. Ой, я очень планирую, что ты скачал. Кабик. Да. Ну тут я не верю в это. Да? Угу. Давай. Там в 10 часов откроется. Да. Хочешь, иди, я пойду. 10 часов еще идет. Нет, а вас если вы сомнения, я больше просим буду. Что? Я куда? Угу. Не знаю, что ты ее взяла. Лучше бы какой-то дать. Ну ладно. Нет. Он как-то все слипается. Вареница. Лучше всего. А раз это подходит только к этим, к тостам. Но явно не к панкейкам, которые ты взяла. Либо ее так, это хорошо есть. Ну, это не такая. У меня от нее во рту все слипается. А я тебе говорю, да? Ладно, мои хорошие. Всех любим, всех целуем. Будем это добивать. Вот, ну и, соответственно, дальше что-нибудь там продумаем. Вы не забывайте на нас подписываться. Разумеется, будем показывать наш отдых в курсе. Буду показывать еду. Может быть, сегодня сходим на это. Не только. Ну да. План, конечно, пленки. Но как пойдет. Всех любим, всех целуем. Спасибо, что с нами покушали. Всем приятного аппетита. Приезжайте в Турцию. И отдыхайте. Отдыхать, как говорится, не работать. Всем спасибо. Всем пока.